Здравствуйте, мои замечательные зрители! Сегодня я готовлю очень легкий и вкусный десерт меренги. Нам потребуется всего два ингредиента – белки и сахар. Но безе получается хрустящим снаружи и мягким внутри. Подписывайтесь на мой канал, здесь я делюсь новыми рецептами, которые всегда получаются. Если вам понравилось видео, ставьте палец вверх. Если хотите помочь развитию моего канала, пишите комментарии. Итак, прежде всего нам потребуется водяная баня. В широкую емкость я наливаю воды, довожу ее до кипения и следом беру меньшую емкость, где соединяю белки и сахар. На 4 белка, на 4 яичных белка вам потребуется 200 грамм сахара. То есть достаточно бюджетно, получается очень много. Итак, как только вода закипит, я выключаю плиту и начинаю миксером взбивать белки с сахаром. Очень важно, чтобы вода не соприкасалась с емкостью, где взбиваются белки. Вот так я взбиваю 4-5 минут. Можно, конечно, взбивать и без водяной бани, но пар уменьшает, значительно уменьшает скорость приготовления безе. Взбиваем вот до таких плотных пиков. Так, нашу конструкцию убираем. Разогреваем духовку до 95 градусов. Берем кондитерский мешок, либо у кого что есть, либо просто пакет. Вот у меня есть такой шприц. И отсаживаем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Делаем вот такие. Я буду делать небольшое печенье, это будет и готовиться быстрее. Небольшие такие розочки. Вот так они будут выглядеть. Ну, получился вот такой противень наших безешек. И отправляю на 1:40. Но вы смотрите по своей духовке. У меня температура 95 градусов. Им надо высушиться. Прошел 1:40. Я приоткрыл духовку и даю полностью остыть безе в духовке.